Плавки, купальники и шапочки понадобятся молодым специалистам «Алроса» на ближайшую неделю. В алмазной столице впервые после пандемии стартовали соревнования «Алмазный дельфин». Посостязаться на воде пожелали 13 команд, поэтому мероприятие разделили на два этапа. Первыми в бассейне «Кристалл» встретились сотрудники МОАДа, культурно-спортивного комплекса «Алроса спецбурения», Мирно-Нюрбинского комбината и «Алроса охраны». Участники плавали на скорость, доставали клад со дна бассейна и обходили со спасательным кругом препятствия. Слаженность не совсем образовалась в команде, но мы стараемся. Будем и плыть еще быстрее. На следующих выходных еще 7 команд посоревнуются на время. А удачницы проведут соревнования на воде у себя в спортивном комплексе. После всех собранных результатов организаторы объявят победителя.